Милигазете, Турция. Союз США и России, Абдюль Кадираскон. Милигазете, Турция, 16 января 2019 года. В то время как Турция вошла в предвыборный период, и политические партии спешат определить кандидатов, США и Россия ведут себя так, словно стремятся загнать нашу страну в угол. С одной стороны, Трамп не желает чтобы Турция начала действовать в Манбидже, или, иными словами, пытается встать на защиту террористических организаций в этом регионе. С другой стороны, в заявлении из России говорилось, для урегулирования нужно построить диалог с курдами. Не так давно американец Болтон сказал, Турция должна гарантировать ненападение на сирийских курдов, при этом в России сделали заявление о том, что освобождаемые США территории должны передаваться Дамаску. При сопоставлении всего этого становится очевидно, что на данном этапе США и Россия сходятся на одной линии в Сирии. Возможно также, что сейчас обнаруживаются мысли, которые с самого начала были направлены на усиление положения осада в Сирии и до настоящего времени скрывались. Мы видим, что, с одной стороны, террористические организации под давлением США и России вступают в контакт с домашним режимом и садятся за стол переговоров. С другой, содержание заявлений США указывает на стремление не подпускать Турцию к Манбиджу. В результате мы можем сказать, что в вопросе обеспечения террористическим организациям простора для действий в Сирии их размещение здесь, США и Россия не расходятся во мнениях. С этой точки зрения, очевидно, что в вопросе определения будущего Сирии между Россией и США уже нет значительных разногласий. На фоне всех этих событий партии не должны, поддаваясь предвыборному ажиотажу, устраивать словесные дуэли, направленные на подрыв единства внутри страны. Как видно, подтверждается правота нашей мысли, на которую мы неоднократно пытались обратить внимание ранее. США и Россия не пойдут друг против друга в сирийском вопросе. Попытки Трампа загнать Турцию в угол и заставить согласиться на его собственные планы, связанные с Сирией, не прекращаются. Тем временем два дня назад Трамп публикует твит в духе «Если Турция ударит по курдам, отрядам народной самообороны, мы разорим ее экономически», что наглядно показывает уровень которого достигла наглость Трампа. Насколько подобает главе государства делать такие заявления? Это, конечно, отдельный вопрос. Но этот твит также показывает, что США решительно намерены создать в Сирии структуру как минимум наподобие иракской. Между тем, не стоит даже говорить о том, что компромисс с автором угрозы, когда Турция может снова столкнуться с экономическим терроризмом, подобным тому, что был задействован против нее ранее, невозможен. Америке должно быть стыдно использовать такого рода заявления, чтобы усилить свои позиции в процессе торга. Тем не менее, как бы ни развивалась ситуация в Сирии дальше, поддерживать дружественные отношения с США невозможно. События в Сирии особенно явно показали, что Россия и США не станут не смогут стать постоянными друзьями для Турции. В этих условиях должен быть создан новый мир, и развивающиеся страны, особенно исламский мир, должны занять свое место в нем. Одним словом, мы должны увидеть, что, пока не будет создан этот новый мир, который мы назовем Исламским Союзом, сформировать какие-либо устойчивые балансы, лавируя между США и Россией, будет невозможно. И в этом вопросе у нас в стране должна быть единая линия поведения. Когда речь идет об интересах нашей страны, партиям нет смысла вырабатывать политику вокруг некоторых идеологических и идейных разногласий. Конечно. Ошибки правящей власти в ее действиях внутри страны и за рубежом будут критиковаться, а точнее говоря, их будут пытаться продемонстрировать. Но при этом необходимо давать понять, что перед лицом внешних угроз у нас существует единство, еще нужно, чтобы не было попыток сделать этот подход инструментом для внутренней политики, особенно со стороны властного крыла, потому что в таком случае почва для совместных действий против внешних угроз не возникнет. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.